Здорово, дамы и господа, меня зовут Залман, вы на канале Хантер Зона, и сегодня у нас последняя серия по лесничеству Farming Simulator. К сожалению, вот так вот резко оно обрывается, потому что тут те же самые поля, работа с ними будет на ранчо. А вместо лесничества на канал я запущу новый проект. И какой, вы уже узнаете на следующей неделе, а недельник, как раз таки, когда должна была будет выйти новая серия по лесничеству. Всем приятного просмотра, давайте начинать. Так, что я хотел? Хер знает, что я хочу. А чё он так лагает? Так, ладно. Давай вот так. Поехали. Что-то я хотел... Всё. Едем на лесопилку сначала. Посмотрим, что у нас там. Я туда сколько уже не ездил. Вообще забыл об этом. Ё-моё. Вот это недоуправление, это капец какой-то. Ё-моё. Давай, поехали. Фига себе, у него подвеска работает. Передние колеса спущены. Ой-о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 й
Так, совсем скоро буду уже заканчивать с этим проектом по лесничеству. Поэтому сейчас мы, в принципе, посмотрим, что там по прибыли. Если что, продадим уже лесопилку, пилораму. Я надеюсь, она продастся. Что с тобой такое? Странно, ладно. Странно, у него какая-то работа сразу с третьей трогается. Ну, хотя, по идее, должен как бы это намного раньше стартовать, нет? Может быть, я идиот, конечно. Но все равно мне кажется, что надо было как-то побыстрее. Ну, по крайней мере, насчет этого можно было как-то реализовать нормальную работу мода. Хотя, учитывая, что они бесплатные, не думаю, что кому-то надо над этим заморачиваться. О, стабилизация тоже есть, прикольно. Ой, технику, вот это вот все надо продавать. Ой, блин, надо было низкорамник взять. Ого, а это что с ним такое? А это как? Ну такое, это как вообще произошло? Как это вообще, бревна-то внутри были? Давай. Тут вроде как палет уже. Так, включить автопогрузку. Так, не то. Мне производство нужно. Плотницкое, вот дерево, планки. Три. Так, выключить. Как его, как, блядь, продажа? Так, 22 тысячи литров планок. Ну, поехали отвозить их. Так, все, ошибись. Так, нет никого, поехали. Короче, эти полуприцепы для дерева я нахер продаю. Машину для уборки леса. Ну, для спиливания, вот это все. Лесозаготовительная машина. Ее я тоже продаю. Убираешь, что ли, или что? Ладно, заедем сюда. Вроде как сюда они не кидаются. Типа. Ё-моё. Так, давай, заезжай нормально. Всё. Ладно, так, П. У нас аренда. А, лесотехническая она у нас в аренде вообще. Вернуть. Это все пусть будет. Этот у нас тоже пока пусть остается. Кузовые прицепы. Так, все, понятно. Оборудование для лесозаготовки. Вот оно. Продать. Нахер мне маркировочный спрей продать. КамАЗ. Продаем КамАЗ. Ага. Ладно. Кроны я пока трогать не буду. Ну, кстати, 93 уже тысячи плюсом уже. Это продать еще все дерево, которое у меня осталось. Продать все дерево. Продать лесопилку и плотницкую. И как бы все по сути. И вообще будет классно. Да. Езжай. Так, где у меня эти места для продаж? По-моему, где у меня плотницкая там должно быть. Так, а стой. Сейчас мы его отгоним. А, ну для начала надо выгрузить, да? Да. Чего, блядь? Серьезно? Так. Давай. Так. Давай. Пал. Так. Ага. Теперь надо выехать назад.
Нормально. 157. Так, разное. Кроновские продать. Все есть. Танкер с водой тоже продаем. Додж. Так, стопэ. 237 тысяч. Сейчас мы продадим еще. Так. Где? Вот 200 тысяч уплатить. 37 тысяч. Так. Ладно. Давайте все. Давать. Так. Ай-яй-яй. Зашибись. Игра хоть и вылетела. Сохранился. Прогресс. Хорошо. Так, сейчас сохраню. На всякий случай, чтобы она еще раз не вылетела. Продать. Так. Так, все. Так, где-то. Где-то должна быть еще. А, все. Продать объект. Так, где-то еще должны быть эти ульи. Их тоже придется продать, потому что они на моей территории. Из-за этого я не могу ее тоже как бы продать. Так, ладно. А, это не продается. А, нет. Ну, ошибись. Так, сейчас я посмотрю еще по карте. Так, 61. Продать нельзя. Продать. Сейчас поглядим, почему. Монумент. Ну, больше, по идее, моих объектов здесь не должно быть. А, зерновая мельница, точно. А, так, что мы сейчас сделаем? Давай сюда посидеть. Ой, как здесь громко. Продать. Так, все. Да. Так, все. Станция, это самое. Та самая, как ее забыл. Так, ладно, долетим, надеюсь, до туда. Дать. Окей. А, вот мули. Дать. Так, по идее, это уже все. Нельзя продать. Сейчас мы ваши строительные объекты. Ладно, прибавляем стоимости, то есть 455 тысяч. 454. И все. Ну, на этом и все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, новому проекту вы будете рады. Да и этот видеоролик оцените лайком, подпиской и комментарием. Хочется все-таки узнать ваше мнение по поводу вот этого вот всего. А так, до новых встреч. Увидимся с вами в среду. I should.